Добрый день! Сегодня я вам расскажу, как спасти себя в лесу. Во-первых, вам нужно взять необходимое. А главное, что? Первое, это надо взять спички, соль, воду, ножик, девок, пиво и людей, которые это все принесут. Но самое главное, без чего обойтись не может эта дружная компания, это без кастрата. Это человек, который отвечает за костром. Виталя! А где он?